Всем привет, дорогие друзья, и сразу хочу сказать то, что если это видео наберет 3 лайка, то я выпущу неделю аккаунтов. Типа, просто каждый день в неделю я буду выпускать эту серию. Ну, начиная с понедельника, конечно. Вот, новая команда недели. Здесь, я думаю, не надо объяснять, кого я хочу, вот этого... человек из Ливерпуля, египтянин, 90 рейтинг. Ну, Канте, ладно, Канте будет круто, если упадет на Салаха, я прямо хочу. Ну что ж, давайте поступать. Сегодня аккаунт от моего подписчика, от моей подписчицы Вики. Большое спасибо. И сейчас я возьму через свой инстаграм-пак, и мы положим. И я взял пак, давайте теперь нам откроем эти наборы. Ну, тут, типа, я открою 81 плюс перс пак, только потому, что они тут есть. Мхитар... Нацами, вот это уже неплохо. Я думал, он на Эрме упадет, но Нацами он прям хорошо. Так, смотрим, кто еще. Альдви, слушайте, а они тащат, эти паки тащат. Паки тащат, реально. Сакра... Что... Вот это да. Так, давай. Нет. Окей, в каждом вот этом наборе, когда я вижу такое черно-золотое свечение, я всегда буду надеяться египтянин из Ливерпуля, египтянин из Ливерпуля. Канцело, кстати, на третьем месте в команде недели. Португальцы, Ювентусе, ага, конечно. Нет. Ах, да, забыл кое-что сделать. Я извиняюсь над всеми теми, кто ждал этого. Так, Сидни нам упал, 84, у меня была его карточка 83, надо ладно. А, ЛБ, ну окей. Там еще Тета в паке, ну, допустим. Еще в паке. Охренеть, пак, Лала! Очень плохой РВБшник. Посмотрите на статы, это просто сок. Зачем ему шутинг, это защитник. Фернандини 87, просто идеальный пак. Следующий спешл набор. Я надеялся на более крутого игрока. Ну что же, из Ливерпуля. Только египтянина. Ну, блин. Пачечо, как-то так. Ай-яй-яй-яй-яй, Гёндров. Там Субашич еще в паке был. Ой, как плохо. Неужели ни одной иконы за целый аккаунт? Ну, не серьезно. Такой позор, 75 рейтинг. Давайте хоть Gold Elite открываем, может там что-то упадет. Конечно, я сомневаюсь, что икона прям упадет. Да я и не надеюсь. Какого-то набора, там упал экран, и типа я видел, там не такое свечение, я такой немного, что это за свечение, реально не то свечение было, которое мы привыкли видеть. Ладно, если вам понравилось это видео, то почему бы не подписаться на канал, не поставить этот ролик, а с вами был Спайдер, всем удачи.